Запретят продажу алкоголя в жилых домах на Камчатке. Как считают краевые власти, это поможет лучше контролировать реализацию крепкой и слабой алкогольной продукции. Ну, сегодня важнейшей социальной проблемой, которая беспокоит прежде всего жителей Камчатского края, безусловно, является стремительно растущее количество алкомаркетов и вообще торговых точек, которые занимаются продажей алкоголя. Это возмущение, справедливое возмущение наших жителей, оно подкрепляется и печальной статистикой. Камчатка стандартно, традиционно входит уже много лет подряд в топ-5 регионов Российской Федерации, где самое высокое потребление алкоголя на душу населения. И губернатором Камчатского края принято решение со следующего года ввести запрет на розничную продажу алкогольной продукции в тех алкомаркетах, которые расположены в многоквартирных жилых домах. Парламентария отметила, что в общей сложности в крае почти 90 таких торговых точек, которые по традиции размещаются на первых этажах жилых домов. Именно на них запрет и будет распространяться. Это нововведение затронет как и камчатские, так и федеральные торговые сети. Также зампред отметила, что в данном случае правительство не имеет права нарушать права предпринимателей. Поэтому с 1 января 2025 года запрет вступит в силу, но у коммерсантов будет возможность доработать до конца действия срока лицензии.